Здравствуйте, это команда DS Workout, и в этой обучалке мы покажем... Чё мы покажем? Давай. Здравствуйте, это команда DS Workout, и в этой обучалке мы покажем вам элемент отжимания в горизонте. Все, пойдем со мной. В данном видео мы покажем вам парочку подводящих упражнений, которые подготовят ваши мускулистые... накачанное тело к данному упражнению. Пойдемте на нашу группу. Так, какие упражнения? Для того, чтобы научиться отжиманиям в горизонте, нужно хотя бы научиться сделать упор на полусогнутых руках. Он выглядит примерно так. Сука, я все забыл. Далее начинаете отжиматься с наклоном туловища вперед. Отжимания пытайтесь делать вот так, пытайтесь наклонить тело вперед, но будьте осторожны, если вы не очень хорошо прокачаны, вы можете упасть вперед, так что контролируйте себя. Далее будет выглядеть примерно вот так. Так, сначала вы наклоняете туловище постепенно.